Театр скрытых талантов. Джейн Фонда. Привет, я Джейн Фонда. В 1970-м меня арестовали в аэропорту Кливленда за контрабанду наркотиков. Наркотиков у меня не было, это были простые витамины. Но производящий арест офицер признался, что приказ пришел из Белого дома, то есть от Ричарда Никсона. Итак, меня отвезли в тюрьму. Я провела там ночь, и на следующий день на меня надели наручники и повезли в здание суда. И я шла по коридору в сопровождении женщины-полицейского. Я была в наручниках, а по сторонам стояла толпа фотографов. И вот что я смогла сделать. У меня гипермобильный синдром, так что я смогла просто сжать руку и снять наручники. Полицейский не успела ничего понять, а я подняла кулак в знак силы. Все были удивлены. Она выбралась из наручников. Вот и все.